Ребята, наступает Новый год. В этот праздник мы, собственно говоря, дарим друг другу подарки. Ну, собственно говоря, я как бы вам хотел наполовину как бы подарить. Ну, это, в общем, значит так. Я объявляю конкурс. И итоги подведу 1 или 2 января. Может быть, чуть позже, наверное. Итак, значит, вам нужно под этим видео написать любой комментарий, абсолютно любой. Ну, вообще, как бы, вы напишите, участвую, ну, или типа того там. И поставьте, ну, на следующей строке внизу напишите, собственно говоря, поставьте ID вашей страницы, ну, которая идет после ссылки vk.com/, только без ссылки сначала, где HTTP vk.com, потому что YouTube определит как спам. Вместо ID можно, ну, если у вас, например, после vk.com идет название, то есть имя пользователя, тогда напишите вместо ID там, ну, вашей страницы, название на английских буквах. И можете потом, ну, в общем, надеюсь, вы поняли. Я в сообществе там как раз написал условия конкурса, но в описании этого видео будет как бы правило, как, ну, то есть под этим роликом, что нужно написать и как. Например, я в описании этого видео оставлю. Итак, значит, будет два победителя. Первое место выигрывает лицензионный портал 2 в Стиме. Второе место выигрывает 100 рублей на свой Kiwi кошелек. Ну, или же банковскую карту. Но перевод будет через СБП. Спасибо большое за внимание. Я вас жду. Если, ну, как бы я должен как бы набрать там где-то победителей, ну, не меньше 4, там, 5, может быть, 6, там, и так далее. Спасибо. С наступающим вас.